расскажу, почему я здесь сегодня нахожусь. Во-первых, потому что это ладья, которая проходит уже много лет, и я каждый раз стараюсь приехать, поучаствовать по приглашению организаторов в открытии. Но в этом году происходит нечто совершенно особенное. Дело в том, что ровно год назад, ну без малого, может быть, без пары недель, я была, ну, практически с такой, знаете, настоящей паломнической поездкой в Твери, проехалась по всем монастырям, походила по музеям, и в том числе знала и любила Торжок за промыслы, была там в детстве, это, в общем-то, любовь нашей семьи. Вот попросилась туда в потрясающий музей, причем мы, Министерство иностранных дел, связаны с этим производством, так как вот эта фантастическая форма выполняется нашивки руками как раз златошвеев из Торжка. Посмотрела музей, и вдруг возникла идея. Мы каждый год, как Департамент информации и печати, делаем подарки, которые дарим журналистам, российским, зарубежным, представителям средств массовой информации. И вдруг пришла идея сделать что-то, чтобы они увидели, с одной стороны, мастерство Торжка, а с другой стороны, во всех смыслах почувствовали наше тепло. И вот мы сделали вместе дизайн наш, мидовский, а исполнение нашей любимой фабрики Златошвеев в Торжке, причем все как у взрослых, по-настоящему, с сертификатом. Вот такие вот варежки, которые мы назвали варежки посольские, создание Министерства иностранных дел и с элементами, в данном случае декора, а на самом деле символа, который используется на тех самых фирменных, форменных нашивках, которые включены в форму посла. И вы знаете, честно говоря, да, и самое удивительное, что материал натуральный, все сделано вот просто по высшему, да, разряду. И я думаю, что отличный пример для всех остальных, как корпоративные подарки могут сочетать наше мастерство, наше искусство, наши традиции, быть функциональными и по-настоящему, на мой взгляд, драгоценными. Поэтому большое спасибо. Я не против того, чтобы наш дизайн использовался уже для вашего какого-то своего интереса, ради бога. Только за, если кому-то будет интересно, повторяйте, копируйте, спасибо. Продавайте, дарите сами, мы только за. Мне уже кого-то удалось презентовать? Это вот только мы получили партию, да. А вообще, могу относится? Только сказать, ага. Что апробацию министра они прошли. Это да, здоровое. Добро дано. Да. Ну, посмотрите, не стыдно же подарить. А сделали и мужские, и женские по размеру. На самом деле, знали всегда, потому что это и оклады икон, это и церковная утварь, это и все знаки отличия на форме, это и потрясающие женские изделия от кошельков, сумочек, косметичек и так далее. Кстати, вот открою тоже секрет, ношу с собой косметичку, тоже купленную там, с золотым шитьем. Все спрашивают, достаешь, все всегда интересуются, ну потому что очень красиво.